быть в центре событий, в центре города. Этим летом может каждый, кто решит прийти пятничным вечером на улицу Почтовую. Организаторы и партнеры фестивального лета уже второй год подряд готовы дарить хорошее настроение и массу положительных эмоций как рязанцам, так и гостям города. Лето 2015 года прошло в нашем городе на удивление ярко и весело, во многом благодаря проекту «Фестивальное лето». В этом году его организаторы решили не просто повторить удачный опыт, но и расширить временные рамки проекта. И если в прошлом году фестивальное лето длилось на протяжении 2 месяцев, то в этот раз жизнь на улице Почтовой будет кипеть с конца мая по середину сентября. Организаторы взяли лучшее из прошлогодней программы и, конечно же, добавили новые тематические праздники и фестивали. Ну а в прошедшую пятницу прошло торжественное открытие фестивального лета. Дорогие рязанцы, проект живет второй год. И он прижился в нашем городе, понравился. Поэтому мы решили, что должны радовать друг друга встречами на Почтовой. И этим летом, и осенью он будет долгим. Это 19 встреч, 19 пятниц, за которые мы с вами успеем многое узнать о нашем городе. Яркие концертные номера, работа многочисленных развлекательных площадок, рязанского вернисажа, выступления уличных музыкантов. Здесь каждый, и ребенок, и взрослый, найдет занятие по душе. В ближайшее время на улице Почтовой планируется провести городской праздник «День предпринимателя», литературный фестиваль «Читай, твори, делись» и праздник дружбы «Моя страна, моя Россия». Внимательнее следите за городской афишей и принимайте участие в фестивальном лете.